Открою большой. Так, и что здесь будет? Нифига себе! Чего? 50 предметов? Всем привет, друзья! С вами как всегда Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс. И скажу вам сразу, что читер 3 семерки буквально недавно со мной связывался и сказал мне по секрету, что хочет протестить свои новенькие читы. Но перед самым интересным у меня будет огромная просьба каждому из вас. Давайте сделаем этот ролик самым популярным в мире. Поэтому прямо сейчас опускайтесь под видосик, нажимайте на красную кнопку подписаться, ставьте лайк и колокольчик, и нужно, чтобы это сделал каждый. Давайте на все про все 3 секунды. Готовы? 1, 2, 3. Приятного просмотра. Кстати, что там с читером 3.0, я пока не знаю. Мне не удалось выйти с ним на связь. Какие у них там проблемы с читером 3.7? В общем, пока что меня это не касается. Ну а, ребят, что за фокусы сегодня будут, я понятия не имею. Надеюсь, они будут нормальными, потому что Оп, здравствуйте. Здравствуйте, 4.3.7. Мы вас-то и ждали. В общем, он мне сказал, что какие-то реально фокусы новые, какие-то офигенные читы он там или скачал, или разработал. В общем, хочет проверить. Так, что он мне пишет? Команда создана, Робзи присоединился. Все, наконец-то мы его дождались. Узнаем, что он от меня сегодня хочет. Потому что Хай Зяблс. Ну что, готовы к бану? Вау! Стой! Не такие читы мы сегодня собирались тестить. Мы с баном не договаривались. Мы по-нормальному. Жесть, начинается. Давайте напишу. Привет. Привет, какой еще нафиг бан? Нет, уже были шутки. Баны, взломы канала, я уже пытаюсь с ним этом не спорить. Нет, надеюсь, он сегодня в добром здравии, потому что сказал, что новые читы, говорит, просто закачаешься, включай видосик, сейчас будем записывать, покажем твоим зрителям. В общем, да ладно, я шучу просто. Не, ну вот это уже нормально, так. Ну что, так, какие же штуки он сегодня приготовил? Так, смотрим, где мы были? Были. Ага, выпадение. Короче, я скачал новые читы на ящик. Опача! На ящики для их открытия. Погоди, у нас с вами уже выпадали скины с ящиков. Что еще? Что с ящиков может быть? Бравлеры новые какие-то. Хочу их сегодня протестить. Ну... Так, подожди, у меня небольшой вопрос. Так, а я при чем здесь? Ну, как бы буква Z должна быть, да? Здесь, а? Зачем я им нужен? Он может спокойно протестить и без меня свои читы, не читы. В общем, так. Нафиг я ему сдался, серьезно. Или он, может быть, на мне хочет протестить? Я пока не понимаю. Ну так, я на тебе хочу. А, как я так и догадался. Еще бы. Давайте найдем подопытную крыску. Кто? Ага, Робзи, здравствуйте. Давайте на вас протестим. Ой, но есть одно но. Что случилось? Погоди, мне вот эти но совсем не нужны. Вот эти но. Но я хочу для начала тебя забанить, сейчас скажу. Так. То но. Максим, я не готов уже. Прошлый раз но мне обернулось удалением 4 видео на канале, которые он сам загрузил. Я уже, кстати, сменил все пароли. Поставил максимально крутой антивирус. Но давай сначала каточку сыграем, и я покажу тебе свой секретный чит. Каточку? Каточку, секретный чит. Так, я тогда возьму себе другого бойца, чтобы не так сложно было. Возьму себе Макс. Ну погнали, каточку. Интересно, он пойдет за Фрэнка. Окей, за Фрэнка, давай, покажи свою каточку секретную. Он какой-то чит, получается, у него чит на ящике и какой-то чит еще в игре. Ну на ящике мы с вами, я так понимаю, узнаем немножко позже, а что за чит в игре, я пока не знаю. Так, пока он ничего не читерит, пошел вверх за ящиком. Так, я пошел сразу в мид, не знаю, хорошая это затея или нет. Надеюсь... Нет, это плохая затея, это плохая затея. Это была плохая затея. А, них ты крутится еще, слышишь, типа говорит, что я нуб. Почему, когда вас убивают, некоторые ребята берут и крутятся?
Для чего? Для чего? Нет, издеваются над вами, что ли? О, так, погоди. Так, давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, у меня нет ни одной банки. Здесь у нас четырехбаночная пчела, которая мне не совсем нравится. Так, давай чисто зажмем эту пчелу. Так, пчела атакует. Ой-ой-ой, Биби разнесли. Биби разнесли. О, девятибаночная тара! Тара-тара-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 ра. Я побежал. Я побежал. Девятибаночная тара. Так, что за читы? Когда он их будет активировать уже? В чем прикол его читов? Воу! Нифига себе, баночки собираем. Его подбило немного Би. Так. 11-баночная Би. Нужно как-то тихонечко снычка. Не-не-не, походу сдох его напарник. И они сейчас будут рысаться. Но мы дождемся. А, это... Воу-воу-воу-воу-воу. Так, тихо. Оп, влетаю. И красиво разрыв. Красиво. А где читы? Погоди. Я, кстати, вы заметили? Пум-пум-пум-пум-пум. Погоди. Я что-то не видел читов. Он сказал, что смотри, какие читы. Погоди. Что-то я не заметил. Твои читы. В смысле, какие читы должны были в игре? Так. Что за прикол? Какие читы? Что-то я не заметил твои читы. Так, сыграем карточку. Ну-ка, давай, покажу тебе свой секретный чит. Вот что, мы должны были найти секретный чит. А какой? В смысле не заметил? Что там должно было быть? Что должно было быть? Какой чит я не заметил? Ничего не... Боже, он что-то написал. Стой. Я сделал кик-флип и два раза подряд ультанул. Два раза подряд? Погоди, а он... Подожди, он же не может два раза... Нифиг, серьезно, что ли? Рили? У-ху-ху-ху. Супер. Я не видел. Реально? Офигеть, нет, если это реально, то это офигенно. Слушайте, я... Ну, конечно, видишь, нельзя вообще юзать читы. Ну да, потом на видео сам посмотришь, классный чит. Окей, я потом пересмотрю, я когда буду видосик вкладывать, я сам гляну. Вы тоже посмотрите, где он взял, сделал два раза ульт, я не заметил. Вот реально хочу узнать. Так, а что по поводу ящиков? Что там с ящиками? В чем прикол, что там за ящики? Какой-то чит, который он хотел проверить. Так, смотри, у тебя же много ящиков на аккаунте, вижу 179. Не 179, 169, а мы, я открывал, я буквально недавно 10 ящиков открывал. Ну, походу он, когда он в прошлый раз смотрел мой инвентарь, походу, он видел 179. Ну, а сейчас, да, 169. Нужно будет их открывать, но я покажу тебе новый чит. Погоди, меня не забанят? Ну да, походу в сундуке я смотрел просто минут 15 назад, у меня было 169. Ой, 179, теперь 169. Поэтому он и смотрел тогда, меня не забанят. Если он на мне сейчас будет проверять, а вдруг мне сейчас бан влепят? Второй бы нет, а что? Ну, как это вроде? Вроде бы. Мне не нравится это вроде бы, серьезно. Давай как бы, чтобы не забанили точно. Как это вроде бы? Я не хочу баны ловить. Понимаешь? Да если забанят, то я тебя разбаню. Ага, понятно. Ладно. Пойду-ка я открывать. Ну я пошел открывать тогда. Посмотрим, что там за прикол. Ой, что за фокусы? Я не знаю. Ну давай пооткрываем немного кейсов. Что здесь будет? Что здесь вообще могло выпасть? Я не знаю. Хотя подожди. Ну падают пока что очки силы. Золото там и все. Ну все как бы. Гимаски. Вот это фокус что ли был, кстати? Так, а ничего не писал мне там? Не, ничего не писал. Ну нифига нету. Ну хотя подожди. Скины уже падали. Что может... Вот хотя бы вот подумайте. Что может еще выпасть? Что в этих сундуках дурацких может вообще выпадать? Ну, падает вот по два предмета в каждом сундуке. Больше здесь падать ничего не может быть. Может быть, большой открыть? А у меня есть большой. Блин, может быть, реально большой открыть?
Так, ладно. Открою большой. Так, и что здесь будет? Нифига себе! Чего? 50 предметов? Это как вообще? 50... Алло! Это что за фигня? Чего мне... Какие 50... Мне что, 50 предметов на очки силы? Подожди, у меня всего лишь 33... Даже 28 бравлеров или 20... Я не помню сколько. Какие 50? Ладно, погоди. 49? Не понял. 48? Чего? Сколько я еще могу открывать этот кейс? 47? Подожди, подожди. 47, 46, 45. А, погоди, это какая-то фигня, это какая-то обманка. Слушай, а что мне с этим делать? Нафиг мне... Где мои 50 предметов? Подожди, я сейчас открою маленький ящик. Так, погоди. 99? Какого фига? Что? Он мне что, сломал ящики? Он мне реально сломал ящики? Погоди. 98. Что за фигня? Осталось 97. И нифига. Да почему? Блин, я еще раз. Так, у нас 50 предметов было. У нас было там сколько-то. 100... Подожди. Сколько? 99 было. Подожди, открываю еще один ящик. А, 149. Я уже ничему не удивлен. 149 предметов. Это нормально? Мне кажется, нет. 148. Да вы что, с ума? Что происходит? 147 осталось бонусов? Да как это работает? 140... Да идите в баню, оно ничего не работает. Блин, я сейчас пойду реально открою мега ящик. Так, в магазине мега ящик у меня есть? Да, за 60 гемов. Открываю мега ящик. Я не знаю, что здесь будет в этом мега ящике за 60 гемасиков. Так, я готов и... 999! Это как вообще 999 предметов? 998, да, кто бы мог сомневаться? 997. Это жесть, 997 предметов. Ага, на один меньше. Еще на один меньше. Офигеть! А как это работает? Вы посмотрите на количество бонусов. Это вообще возможно? Еще бонусы? Погоди, может быть там реально еще... Ну нет, здесь бонусов. Ну серьезно, это просто было визуально. Это какой-то визуальный эффект. В чем прикол? Это что было вообще? Мне ничего не... Мне только это... Подожди, это что было вообще? Какого фигня? Какие цифры? Какие 999 ящиков? Вы что, с ума посходили? Как это работает? Что, понравилось? Да ну как... Нет. Потому что были одни цифры. И ничего не выпало с твоими читами. Только цифры были. Нафиг мне такой фокус? О, что-то намудрил, конечно, этот читер со своими фокусами. Ничего мне не выпало. Одни цифры какие-то были дурацкие, бесполезные. И просто меня, скажем так, с ума чуть не свели. Я думал, что он сейчас начнет падать. Прикиньте, один ящик открываете, 999 предметов. Открываете кучу очков сил, прокачиваете. Ну, потому что у тебя аккаунт говняный. Нечего убивать у тебя. Ну, так я что, виноват, что ли, блин? Я серьезно, что ли, виноват? Ну, аккаунт, потому что здесь все бравлеры уже. Потому что я уже практически закончил этот проект. Весь эксперимент испортил. Я уже закончил этот практический проект. Мне скоро нужно будет... Я собирался разыгрывать этот аккаунт подписчикам. Но потому что я не могу записать нормальное видео из этого читера сраного. Весь эксперимент испортил. Я позже пойму, а пока ты можешь со своим аккаунтом попрощаться. В смысле? В смысле? В смысле прощаться? В смысле... Я позже пойму, а пока ты можешь со своим аккаунтом прощаться. Какого? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, погоди. Что будет? В смысле прощаться? Потом узнаешь. Так. Вот это мне не совсем нравится. Короче, показал фокус. У него нифига не вышло. Мы его секретный какой-то чит в игре не увидели. По крайней мере, пока что я не видел. На записи посмотрю. И он ливнул, сказал, что можешь прощаться с аккаунтом. Так, погоди, мне это совсем не нравится.
Я, наверное, буду пытаться с ним сейчас договориться. Что? О чем можно договориться с читером с 3-7? Я не знаю, ребят. Я заканчиваю видосик. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Не пропускайте следующее видео по читеру, потому что будет что-то просто невообразимое. Походу, мне настал просто какой-то конец света для моего аккаунта. Я не знаю, что будет. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. С вами был Кася Дробзи. Все, всем пока. Всем удачи.